Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Эд, и вы смотрите очередной обзор на мод из мира Майнкрафта. Ко мне попал очередной мод, который добавляет много новых мечей из тех блоков, которые есть в игре. Вот давайте мы сейчас поподробнее рассмотрим данный мод. Так, у нас есть верстак, и вот в моем инвентаре все предметы, из которых можно сделать новые мечи. Вот сами видите, можно сделать меч из земли, красной пыли, из динамита можно сделать даже, светопыли можно сделать. Ну вот сами видите, из чего можно сделать. Теперь вот я расскажу крафт некоторых сложных мечей, которые вы наверняка не знаете и даже не догадаетесь. Так, первое это светящаяся пыль, крафтится вот так меч. Особенность заключается в том, что нужно снизу поставить стержень нефрита. Потом следующий это красная пыль. А снизу нужно поставить железный блок, вот как здесь. Также железным блоком еще у нас будет эндер меч. Потом лазуритный меч. Ну и все в основном, по-моему. А вот другие мечи, они крафтятся из палки и вот других материалов, такие как песчаник. Вот песчаник, уголь даже. Изумруд. Давайте мы возьмем пару мечей и опробуем их на мобах. Возьмем из лазурита. Эндер меч. И для прикола сделаем ТНТ меч. Так. Ой. Вот у меня есть уже яйцо зомби. Давайте. Вон вдали у меня моб какой-то есть. Он, правда, добавлен с модами. Это не оригинальный моб, но все же на нем тоже протестируем. Хотя не, на мне не будет лучше на зомби. Давайте с ТНТ. Как-то он быстро умер. Так, вы уже поняли. ТНТ меч убивает с одного удара. Потом с лазурита. Лазурит с 5 ударов. Потом эндер меч. С 4. Изумрудный тоже с 4. Но мечи по характеристикам так себе, как между железными и золотыми, я бы сказал. Вот еще напоследок из редстоуна попробуем. Ну да, в основном по 4 убивают. Ну вот такой вот интересный мод, качайте его, не пожалейте. Всем спасибо за внимание и всем пока.